За истекшие сутки 381 человек получил вакцину первого компонента, и 249 человек закончили вакцинацию путем постановки второго компонента вакцины «Спутник Ви». Нарастающим итогом в Камчатском крае всего привито 7788 человек, а вакцину второго компонента полностью завершили 924 человека. Лидерами по количеству привитых граждан в Камчатском крае является Елизовская районная больница, на втором месте Камчатский краевой кардиологический диспансер, на третьем месте Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.